Мы находимся в руме. Вот такое вот меню. Само заведение. Помаши ручкой себе. Принесли салатик. Будет ташкентский чай. Фри. Лагманчик. Может, поближе стол поставить? Говядина, да, там? Мелко порыв. Вот такой плов. Вкусно, да? Мама! Вот такой ядреный. Ну как? Ну, тебе не понравилось? Встретились в Мегасилвы, пообедали. Обедали мы в кафе Руми. Сейчас мы находимся в зоопарке. Идем смотреть ноутбуки на малышей. Мы были как это называется? В технодоме, но нет того ноутбука, который я хочу. Вот. Сейчас посмотрим здесь. Надеюсь, он будет. И мы возьмем ноутбук для моей работы. Да, малыш? Может быть, потом тебе надо будет даже взять какой-нибудь ноутбук, да? Ну все, позже встретимся. Мы идем в Хаджидыр. Здесь есть супак. Короче, нет того ноутбука, который я хочу. Итак, мы пришли в Тап-Тап-Тэ, вот такое вот местечко. Посмотрите, Сабиночка, что мы заказали? Молочную девочку. Так, тут у нас два бурека с мясом. И я взяла чай с молоком. Горяченький. А вот, мы пришли, чтобы сделать антивирус. Пока мы ждем человека, мы решили перекусить. Вот такие вот буреки. Очень вкусные. И молочная девочка. Вообще классно. Музыка играет. Thank you.
Готовим манты. Сабина, а что там рюкзак стоит? Так, готовим манты, и я смотрю свой сериал. Байянлыш. Вот так вот. К нам придут гости, да? Сабина помогает мне. У нас сегодня картошка, и я сделала свекольный салатик с чесноком, чуть-чуть майонез добавила. Дома убрались. Ну, давай пробуй. Вкусно. Ты первый раз, по-моему, такой салат ешь. Да. Раньше я не любила свекольный. Сейчас мне нравится. Погода отличная, но мы еще не выходили на улицу. По-моему, жарко. Вот такие вот дела. Прибрались дома, полы помыла. И вот теперь наш обед или полдник. Сколько уже время? Правда, я люблю, когда холодное. Он сейчас пока теплый. Ну все. До встречи. На улице идет дождь. Сабиночка. Сабиночка. Этот зонтик я покупала в Дубае. Покрути его, Сабина. Покажи его. Красивый, да? А мой зонтик от Манго. Гром гремит. Сходили за покупками. Здесь у нас самсушки, батончик. Вот здесь вот пироженки. Яички, яблочки. Хочу приготовить борщ. Взяла вот такую заправку для борща. И виноград. Все. Наша пицца. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Будем кушать пиццу, пиццу, пиццу. Здесь грибочки еще есть. Приятного нам аппетита. Сходили в супермаркет, и вот что мы купили. Фарш, куриное филе, здесь тоже куриные ляжки и так далее. Слива, огурцы, помидоры есть у нас. Кетчуп, почему-то других кетчупов нет. Спагетти, яйца. Любимое кофе. В этот раз взяла оливки вот такой вот фирмы. Обычно я беру Бондуэль. Взяла брынзу. Мне вот именно вот эта вот брынза нравится, деповская. Кола, потому что мы будем делать сейчас донер домашний. Это заправка для борща. Ну и лаваш, как обычно. Я вам показывала. Именно вот этот лаваш очень вкусный, хорошо форму держит. И компактный. Вот так вот. Всем привет! Привет! Что кушаем? Вареники. Ту-ту-ту-ту. Вареники на мантоварке, да? Да. Мы больше любим на мантоварке. Да. Ням-ням-ням-ням-ням. Посмотрите, какая красота. Ну как тебе? Вкусно, да?